у нас сейчас мы даже некоторых поменяли, то есть тех, кто с боевым опытом, после ранения, ему трудно в боевой установке, мы их поставили командирами полка и нормально справляемся. Количество подготовки дней на все проходить основной опыт СВО и подвесы на Донецк и Луганск. Эвакуация из техники раненых из окопов и сам процесс доставки до средств эвакуации. Что у нас здесь? Почти месяц. Сами учат, они навыкам, да, военно. Ну, не все умеют, если не умеют. Так, поделитесь опытом, и потом все вместе пойдем. Справа происходит АТС, значит, в наступательном бою. То есть... 85. Естественно, она не тупая, она догадается, какое число последнее. О, слева, точнее, министр обороны, центр БПЛА, именно резервный формирование БАС. Довольствие. По контракту здесь они на симуляторах специфическую программу проходят, несколько обучаются, летают на тренажерах. Сегодня наработан большой боевой опыт выпускниками центра нашего. Здесь то оборудование, на котором мы обучаем наших военнослужащих, обучаем разведки. Автоматом Калашникова владел почти каждый. Если не, каждый, если не каждый, через одного точно. Да. Же это становится уже такое, как... Ну, тут одна из основных задач, чтобы это массово войска все реализовать. Войска у нас обошло, но противник тоже не дремлет. Заряд ПГ-7В, кумулятив по технике, оператор из закрытой огнепозиции работал. Угроз, который сейчас... Стрельба по 50 штук при практическом выполнении, не менее 4 практических выполнений за период обучения. Это готово! Идут! Попадание. Цель поражена. Возвращаюсь. Пошел добровольцем с Урала. Контракт подписал на 6 месяцев. 2 брата были, вернулись. Все хорошо. Вот уже решил пойти. В настоящее время друзья там сейчас. Снабжение хорошее, как бы обеспечение. Техника тоже отличная. Отлично, за 2 недели обучения получаешь весь комплекс навыков для управления беспилотными летательными аппаратами. Семья поддерживает. Пошел. Ставим. От меня. Служу России. Служу России. Что же они вас гоняют-то тут так? Служу России. Надеюсь, носилки не представляют, так сказать. Это очень огромная эмоция, потому что приятно. Мы все-таки выучились на медиков, защищать хотим так же, как наши мужчины доблестные, но мы защищать хотим их. Очень рады помогать нашей родине, помогать нашим мужчинам в этом нелегком деле, которые также защищают нас, наших матерей, наших детей, которые находятся дома. Ждем, когда уже сможем наши навыки и умения применить непосредственно на поле боя и непосредственно помочь мужчинам, которые нуждаются в нашей помощи.